встреч с ательерами было пожелание экскурсоводов, что улица Баумана, снегопады, чуть получше убиралась. Сколько времени прошло с тех пор, как большие снегопады? Илья Сергеевич, вот основные снегопады попали у нас в каникулы с 1 по 14 число. Отсюда вывезли 3000 тонн снега. Это мы столько вывозим с двух районов больших снегопадов. Вывезли только с Петербурга и с Баумана. Мы приходили, и с гостями были, и в каникулы, и после каникул. Сказать, что по Баумана не пройти, нельзя было. Дороги были очищены. Другое дело, что да, большие шапки снега лежали. Вот сейчас я вижу, уже завершаете борьбу с вывозом снега. Мы получили за январь, только за 3 недели, 140 с лишним процентов нормы от обычной январьской, снежной январьской нормы. Поэтому мы с пониманием должны относиться, потому что в первую очередь техника бросается на улицы, где ездит общественный транспорт, автомобили, а потом уже туристическая волна и петербургская тоже зона повышенного внимания. Поэтому ну, то, что я вижу, это уже, в общем-то, вполне достойно центральной улицы столицы. Убирается нормально, дворник есть. Двор был в порядке, то есть снег, конечно, мы не вывозим, потому что складируем на зеленой зоне, а так вот. Да нет, вполне, очень даже чистенько. Даже если учесть, что к моему приезду за ночь сделали, в любом случае за ночь такой объем не уберешь. Открыть Казань была одна заявка с этого адреса, да, полгода снега, да, 5 января. Но я что-то вот именно пальцем. У нас здесь проблемы, Сурович, только вот с машинами, вот видите. Вот, ну а куда? Это везде проблемы, это же их, ну да, как бы, в смысле, и для уборки, да? Мы даже не можем убирать, вот смотрите, здесь прямо вот машины стоят, прямо на тротуаре у дома. Мы даже если хотим убрать тротуар для того, чтобы люди могли нормально проходить, даже невозможно. А сзади что за территория метра? А потом мы тоже через частность, там котельник стоит у нас, и вот снизу. Вот это, вес к ним, да? Да. Я говорю по машинам, надо все-таки быть какими-то организованными вам, жителями, потому что все жалуются, дворники и коммунальные службы, что не могут заехать с техникой. Написали объявление как-то на собрании, что вот такого числа во столько-то техника заедет. Убрать машины, технику убрала, вы снова поставили. Это вполне можно делать, но машин днем не так уж и много на самом деле. Вот, но вот еще у нас стройка здесь вот. Yeah. Это историческое здание, да, устанавливается. Да. То есть скорее бы оно закончится, потому что частенько и пользуются этим проездом. Понятно. Вот стройка закончится, они до конца года они уже. Ну да, дай бог, чтобы все закончили.